Лемма. Если есть две квадратичные невырожденные формы, вот обратите внимание, я там сначала забыл слово невырожденные, а здесь это важно, и равенство f от a1 и так далее, amn равно g от b1 и так далее, bn, выполнено для набора чисел, хотя бы одно из которых не нуль, то существует такое ненулевое число, которое представимо обеими формами. Это довольно часто приходится использовать, рассуждая о квадратичных формах. Доказательство леммы очень простое. Возьмем произвольные числа альфа 1 и так далее, альфа m. И для простоты пусть форма f у нас уже приведена к диагональному виду. То есть бета 1 и так далее, бета m, это все ненулевые числа. И форма это бета 1, х1 квадрат плюс и так далее, плюс бета m, xm квадрат. И вот пусть есть такой набор ненулевой. То есть хотя бы одно из чисел а1 и так далее, а m это не нуль, что f от а1 и так далее, а m равняется нулю. Тогда все просто. Расписываем просто по формуле квадрат суммы f от а1t плюс альфа 1 и так далее, а m t плюс альфа m. Видим, что коэффициент при t квадрат равен нулю. И поэтому получается линейная функция kt плюс f от альфа 1 и так далее, альфа m. Мне совершенно не интересно, чему равняется f от альфа 1 и так далее, альфа m. А важно только то, что я могу взять k не равно нулю. А тогда, соответственно, подбирая t, я могу получить любое число. Вот. Почему можно взять k не равно нулю? Потому что числа альфа 1 и так далее, альфа m были любые. При этом из а1 и так далее, а m хотя бы одно не равно нулю, вот соответствующее слагаемое и возьмем, и соответствующее бета это не нуль, потому что формы f и g у нас невырожденные. Лемма доказана.